где через день буквально будет выступать Эд Ширан. Поэтому сняли все зеленое покрытие. И вообще он где-то здесь находится, нам сказали, и предупредили, что если его увидите, то не стоит на него кидаться и бросаться. Но здесь, конечно, впечатляюще. 80 тысяч человек и, по-моему, 70 тысяч сидячих мест. Здесь выступать, это, я не знаю, это шикарно. Очень волнующе. И сейчас там наш тиммер еще рассказал как раз историю, что с Эдом Ширином в один магазин ходит, потому что они из одного города. Ширин же ирландец, он где-то в каком-то маленьком городе родился. И, в общем, он его в магазине встречает, и вообще нормально. Я просто не представляю, как можно собрать все эти места. Мне кажется, это невероятно. Потому что 80 тысяч человек. 80 тысяч – это безумие. Просто невероятно. Только посмотрите, и послезавтра это будет все заполнено. Это будет кричать, шуметь, а Эд будет выступать. Невероятно. И еще видео просто с самой высокой точки. Тут в полном масштабе понимаешь, насколько это огромное.